тут с дочкой пришли в молл, делали какие-то дела и проходили мимо. Я уже снял одно видео, показывал вам, наверное, что купил туфли. Вот, купил новые туфли вот такие, причем они очень дешевые, $20 стоят. Ну, такие кроссовки, да, такие. Вот. И в них проблема какая? Я вам говорил, что у меня с ногами проблема. Они у меня очень сильно устают, ну и болеть начинают быстро. Вот. И тут я вот проходил и нашел такое место, где делают кастом такие эти, кастом вот подошвы. Вот. Причем их, ну, короче, делают кастом. То есть, что интересно, смотрите, я так просто ради интереса остановился, думаю, ну-ка, пускай покажет мне, что он будет делать. Смотрите, что сделали. Он меня поставил вот на такую штуку с зеркалом и сделал фотографии. И теперь, смотрите, на компьютере фотографии показывает, вот мою, как моя подошва стоит. Смотрите, вот я носки снял, сфотографировал он. Видите, отпечаток, как бы, ну, короче, видите. Вот. То есть у меня очень малая поверхность, как бы вот, которая соприкасается. Ну и вот из-за этого у меня ноги болят, потому что много давления создается. Вот. И есть разные варианты. Есть разные варианты, какой у меня. То есть, вот смотрите, вот это нормальный. Видите, какой должен отпечаток быть? А у меня получается high. Вот. И из-за этого много давления. И еще у меня тоже, вот он тут провел линию. Ну, тут, наверное, не видно. Вот у меня вот так немножко изогнуто. Вот. Но вообще прикольно, то есть вот оно тут за одну просто секунду, они все раз-раз и видят, что и как. Вот, как-то я это не знаю, как это убрать. Смотрите, вот он провел линию, вот прямая, видите, а у меня чуть-чуть на изгиб вот здесь идет, то есть вот тоже оно вот так загибается. Ну, в общем, супер прикольно, и вот. И самое главное, теперь вот он говорит, ну вот разные виды есть, вот так они их могут помять, вот, видите, и загнуть вот так, то есть под мою арку, чтобы оно было, ну, больше как бы помогало поддерживать мою арку. Вот. Ну, вообще прикольно. И они потолще, у них такая кушин получше. То есть они, ну, вот, мягче. Вот. И, потому что моя, вот он, мою вытащил. Она никакая. То есть, ну, прямо как будто по земле идешь. Вот она. То есть никакой тут ничего нету. Вот очень дешевая. Ну, в общем, сейчас узнаю, сколько это стоит. И, может быть, сделаю, попробую. Потому что эти получше. То есть явно получше. Они поупругие такие, помягче. Смотрите, как они делают, чтобы она помялась. У них есть специальная форма. Типа она запоминающая. Потом на основе сканирования он ее прогибает. Да, то есть вот здесь, смотрите, такая пластик, который можно нагреть, и он запоминает форму, когда он нагрет, и он запоминает форму. То есть он ее прогнет, и она останется такой формой фактически. Вот, ну такой прикол. Он хочет за это $114. Вот он показывает эту цену. То есть мои туфли стоят 20, а за вот эти прокладочки он хочет 114. Как бы дорого. Уже можно туфли другие купить за такие деньги. Это будет $130, уже будут нормальные туфли стоить. Вот. Ну, вообще, интересно. Смотрите, парень, ну, хочет заработать. Причем парень с Венесуэлы. Say hi. Hi, how are you? Плохо говорит по-английски. Причем конкретно плохо. То есть он даже у него словарного запаса не хватает, чтобы сказать за это. Вот. Но вот он говорит, я тебе дам $10 скидку. И типа он говорит, что ну вот 104, видите, получается, а сверху, смотрите, там сверху получается, сколько у него будет минус, он получит меньше, вот на 1.64 у него получится меньше зарплата. То есть он там в верхнем левом углу, я не хочу пальцем показывать. То есть он прямо говорит, что вот это настолько меньше, типа я получу, если я тебе дам такую скидку. Ну вот это интересно. Короче, чувак вот говорит, что за 95 отдаст, это самое низкое, что может быть. Ну, вообще прикол, если, конечно, оно работает так, как он, ну, говорит, оно, смотрите, вообще идея классная, то есть вот эта штука, она крепкая, то есть вот она стоит, и оно тебе реально, ну, вот, она, вот, реально, то есть я на нее нажимаю, то есть она реально поддерживает, то есть, ну, по идее, реально классная вещь. Но посмотреть в магазинах, ну, вот, продают в магазинах уже с такой аркой, просто продают готовые, то есть вместо того, чтобы гнуть, можно просто купить с такой аркой и как бы не париться. В общем, надо посмотреть. Смотрите, мы сейчас тут и Евочки посмотрим заодно. Просто ради интереса. Причем, смотрите, вон снизу, видите, как отпечатки вон видно? Как интересно. И вот он их фотографирует, как раз вот эти отпечатки, которые видно. Сейчас он ее заснимет. Тут вот он, опа, так смотрит и может сфотографировать. И вот, смотрите, у нее прямая ножка, видите, почти. Тоже чуть-чуть, типа она. Ага. Вот смотрите, как у нее интересно. А у нее, видите, давление распределяется сюда и сюда тоже. И ножка так кривовато стоит. Ага.
Да, то есть very high у нее тут такое давление распределение. Но у детей, по-моему, оно там потом меняется, по-моему. А, то это детское ничего не значит. Ну так тоже интересно. Вообще интересно, это прикольно. Так вот посмотреть, как оно делает и работает. Видите, они туда их кладут, и тут они их запекают. Прикольно. А $80 для ребенка, короче. Тут прям, ну, одна цена. Ну, тоже, прикиньте, $80. То есть можно купить реально хорошие кроссовки. Но, опять, вот если с ногами проблемы, то это реально, ну, такая, как бы, хорошая штука. В принципе, толковая. Ну, и, кстати, вот, кстати, прикольно, что он вот вытащил мои эти подошвы. Я думал, они не вынимаются даже. А он их как-то там раз поддел и вынул. Вот, все, можно было на них посмотреть. Поклеены. Потому что, видите, туфли дешевые, то есть они выглядят нормально, но действительно там важная такая штука, это с это. Да, я слышу. Важно это в них, в основном это что? То, что прокладка именно, как ты наступаешь, но они деньги в них не хотят, естественно, вкладывать, то есть кладут уже, что можно. Сейчас мы глянем, а может здесь просто продаются какие-то другие такие вот уже готовые прокладки, которые дешевые. Сейчас спросим. Правда, они уже закрываться должны. Не знаю, нас могут сейчас просто выгнать. Вот. О, да, видишь, свет выключили. Ладно, все, тогда. Ой, тогда уходим. Убегаем. В другой раз.